Сегодня утро нового дня. Мы едем на работу. Вот. Так, сейчас заедем на заправочку. Бензин идет вверх. Наш бензин 4,59. Заправить на 81 американский рубль. Так, сегодня продолжаем работу возле красивого трака. Сейчас проверяем мост. Итак, мост подлежит замене. Будем вскрывать сейчас. Откручиваем сливную пробку для масла. Там ничего нет. Ну, пошли запчасти в таз. Вот такая красота в мосту. Это каша, это все железо, железные стружки. Все острое, все. Будем сейчас чистить, убирать это все дело. Так, приехали на компанию Weller. Идем заказывать мост. Вот старый. На замену новых. Так, прилегающие поверхности зачищены. Сейчас будем стыковать дифференциал с корпусом моста. У нас тут новая гайка, новая вилка, новые болты под кардан. Новая вилка. Гаечка. Дошло дело до кардана, а тут люфт. Крестовина ржавая. Все, приехали. У меня крестовины сейчас нет. Идем домой. Так, меняем крестовину.
задержавело все. У нас новая хрестовина, Meritor. Здесь у нас все зачищено, готово к установке крестовины. Последние штрихи. Загибаем усики. Так, все, устанавливаем кардан на место, на вилку.
Так, сегодня затеялось такое мероприятие. Меняем все диски колесные. Вот эти ступицы. Меняем футорки с гайками на простые колесные шпильки. Вот какая тут ситуация. Получается, шпильки вот эти, они были не затянуты, колесо не держали. Вот можно закручивать еще от руки. Так как эта ситуация неправильная, то вот мы сейчас меняем другие хабы, другие шпильки. Эти шпильки колесные, они под стальные диски, они под алюминиевые. При замене дифференциала частично были обнаружены такие неполадки тут. Вот там видно удары молотка на обойме. Это после снятия ступицы на обойме подшипника. Вот в этом месте видно, ушла цементация на новой обойме. Все четыре ступицы. Новые подшипники кто-то устанавливал и забили обоймы, сбили цементацию. Также видно, как по старинке без ключа откручивали гайку, били зубило.